пошли чуть повыше, поднялись на другую локацию. Тут тоже херачит небольшой пятак. Еще одна парковка. Народ сейчас сюда стягивается, будут кататься здесь. Монтировочки. Вот эта четырка стильная. Лаунчампы. Сзади какие-то СССРы. Вот что вот все валяется. О, Хаяши стрит. Жирные меши. Блин, вот это я не помню, как они называются. Shadow вроде, что-то такое. Nissan Крю. Здесь в Японии он как такси, как Crown Comfort. Он на SR20D, турботормоза. Да, прикольная тачка. Это прям, ну, необычно. Ну и SX, конечно, вообще, ракеты. Очень прикольно смоется вот это двухцветное Сильвия в родной краске. И вот это. Офигенно просто. Как с каталога.